Главный механик турецкого контейнеровоза Сухатат Лыгюль раскрыл подробности нападения пиратов, в результате которого погиб гражданин Азербайджана Фарман Исмайлов. Напомним, что плывший под флагом Либерии турецкий корабль «Моцарт» в прошлую субботу подвергся нападению пиратов в Гвинейском заливе. Пираты убили второго механика корабля Фармана Исмайлова и взяли в заложники 15 членов экипажа. Спасшийся капитан вместе с двумя моряками позже направили судно в сторону Габона. Сухатат Лыгюль рассказывает, что нападение пиратов началось в 6 часов утра. «Мы спрятались в рубке капитана и закрыли двери. Пираты на протяжении 6-7 часов пытались выломать двери. К 2 часам дня им удалось скрыть ее при помощи лагунды. Я вскрыл люк и пролез в техническое помещение, где спрятался в темноте. Ворвавшись в рубку капитана, пираты открыли стрельбу. Погиб второй механик из Азербайджана. Через час наступила тишина. Кто-то закричал, что пираты покинули корабль. Мы сразу же попытались увести корабль из опасных вод», рассказывает выживший механик корабля. «Вчера вечером корабль прибыл в порт Джентиль в Габоне. Как заявило агентство «Анадолу», посол Турции в Либревилле Нилюфер Кайгысыз, спасатели заберут с корабля тело погибшего азербайджанца и доставят в морг, после чего будут приняты меры по отправке тела на родину погибшего. Все 15 похищенных пиратами моряков являются гражданами Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже дал поручение принять все меры для их спасения. Пока неизвестно, куда пираты увезли турецких моряков. По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана Лилы Абдуллаевой, на основе взаимной координации с турецкой стороной будут приняты соответствующие меры для доставки тела на родину. При посредничестве посольства Турции в Габоне его отправят в столицу Либревиль. Затем планируется первым рейсом турецких авиалиний 26 января отправить тело через Турцию в Азербайджан, сказала она. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.